коллеги, спасибо вам всем, что вы приехали, что вы что у нас такая интересная программа получилась, и будем надеяться, что будет также интересно сегодня и все наше мероприятие. Вот. И очень рада всех увидеть теперь по очереди, потому что очень многих я знаю по страничкам, вплоть там публикации, когда я все это только придумывалась. Но теперь увидеть всех лично. Мне кажется, что у нас очень интересный коллектив с очень интересными тематиками, идеями и так далее. И будем надеяться, что такой же интересный получится семинар. Я хотела сделать, может быть, небольшой фокус. Я высылала в том числе комментарии экспертов, и очень важно, наверное, чтобы наш семинар, с одной стороны, это exchange такими интересными темами и так далее, с другой стороны, и какая-то, может быть, доля вот практического, что можно, что мы могли бы посоветовать. Я думаю, что у нас у всех достаточно большой исследовательский опыт преподавания, что можно было бы внедрить в вышке, что было бы интересно, может быть, в дальнейшем тематика каких-то семинаров. Я думаю, что было бы хорошо, чтобы мы подумали про свое исследование, про исследование коллег, и остановились, безусловно, в заключительной дискуссии. С одной стороны, об этом поговорили, и с другой стороны, поговорили еще об одном важном вопросе. Вопрос про... Вот мы собрались из разных совершенно дисциплин, да? Ну, социологи, философы, психологи, лингвисты. Но было бы очень интересно подумать, да, как мы можем... И вот про междисциплинарность, может быть, состояние междисциплинарных исследований, в том числе и в исследовании идентичности. Потому что если посмотреть, огромное количество литературы по идентичностям, что, чего только нет, было бы интересно поговорить и о месте в научном сообществе. Ну и я думаю, что это было бы тоже интересно. Спасибо всем большое. Ну и тогда, я думаю, что не нужно мне озвучивать программу, она у всех есть. Ну и будем тогда приступаем.